Друзья, всех приветствую на канале Любовь к металлу. Наконец-то мы вырвались. Здесь раньше стали торф разработки. Вот первый сигнальчик у нас выпал, такой вот тросик. Ну и вот первый сигнал был трос, показал вам. Второй сигнал прям рядышком. Подставочка вот такая вот. Опять же в этой яме, ребят, роемся. Далеко никуда не уходили, вот трак выпал. Если кто знает, напишите в комментариях. Нет. Я брешь потом убираю. Ну, друзья, первую волокушу притащили. Изрыли почти всю яму. Ну, здесь где-то килограмм 35-40. Потратили минут 40, надо. Сейчас перекус. И вот так вдоль этих посадок, вот так по прямой, так и пойдем дальше. Друзья, будьте аккуратны. Сейчас сезон клещей. И я так понимаю, змей. Первый раз вижу у нас в регионе такую. Сверху черная, снизу вот такая вот цветом. Так, ну что, вторые волокуши мы добили. Металл тут есть хороший. Сейчас будем загружаться. В конце покажу в прицепе весь результат. Я думаю, где-то 110-120 мы сделали. Копали где-то около 2 часов. Так, друзья, ну вот мы открыли сезон. Вот такой у нас результат получился. Я думаю, достоин для первого раза в этом году. Все, завтра будет взвешивание. Результат будет завтра, в шортс выложу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.